Доброго времени суток. Сейчас мы попробуем научиться выставлять pivot point или origin или точку вращения ровно по центру объекта во всех его плоскостях. Для этого необходимо выполнить первую операцию. Это нажать в объектном режиме правой кнопкой мыши по выделенному объекту, по нашему. Выбрать из списка Set Origin и Origin to Geometry. Мы видим, что у нас не совсем получилось то, что мы хотели бы. Это может быть связано со многими причинами, с которыми мы сейчас вместе будем разбираться. Попробуем этот объект применить к этому объекту все трансформации. Мы видим, что Origin у нас стал курсору, то есть к точке образования всего этого мира, так называемого World Origin. Вот. Сейчас мы еще раз попробуем выставить ее к геометрии. Видим, что это у нас не получается. Поэтому переходим в режим редактирования и будем смотреть, что мы можем сделать здесь. Попробуем выделить все вершины и этим самым выделить весь объект. Нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем из списка Merge Vertices. И выберем по дистанции. Видим, что у нас удалено 8 вершин. 8 Vertices. Переходим обратно в объектный режим. Выделяем правой кнопкой мыши. И выбираем Set Origin, Origin to Geometry. То есть установить origin или pivot point или точку вращения и точка вращения к геометрии. И мы видим, что это дало результаты. Конфликт был в вершинах, либо они повторялись, либо что-то было выполнено не совсем правильно для этого. И вот таким образом решаются проблемы по выставлению этой точки, точки вращения по центру объекта во всех его плоскостях. И мы видим, что эта точка у нас выставлена по центру, и этот центр у нас по общему центру. Спасибо.